Ну что, друзья, два последних дня плавания мы будем в океане. Никуда уже заходить не будем. Вот вам Карибское море. И... повесили сетку с шариками. Они периодически лопаются, как пистолетный выстрел. Предположительно, эти шарики должны обрушиться вниз в какой-то момент. Но не знаю, заранее не скажу. Во время еды по радио капитан с мостика, значит, пригласил, может быть, доноры есть, там нужно было определенные группы крови, там кому-то плохо стало. И у нас из-за стола женщина встала, пошла и говорит, что когда она дошла до этого места, там уже было 100 человек, желающих сдать кровь. Вот такие реалии американские. Таких тележках здесь тоже много, в инвалидных креслах. Вечер, еще завтрашний день и все, а дальше уже мы с утречка выгружаемся. Да, друзья, да. Это парфюмерный магазин. А вот у нас Светлана беседует с девушкой Катериной. Катерина приехала из Кишинева и работает на судне. Мало того, она оказалась подписчицей нашего канала. Хотя небольшим зрителем пока. Но теперь уже... На самом деле здесь трудно смотреть, здесь интернет слабенький. Но вот домой приедете на каникулы. Да. Так, друзьям привет, да. Там какие-нибудь. Передаю всем моим друзьям привет. Особенно тем, что живут в Калифорнии, которые мне рассказали про этот канал, на который я подписалась. На самом деле очень интересная, да, вот действительно такая встреча. Вот. И в этом преимущество нашей работы, что ты никогда не знаешь, кого ты можешь и где встретить. Так что всем, кто у меня узнает, передаю привет. Вот, хотела сказать, из Мексики, но уже не в Мексике, мы уже плывем. Из Карибского моря. Из Карибского, да, моря. Тем, кто хочет работать на таком вот, ну, в такой системе, скажем так, на круиз, что вы посоветуете? Что я посоветую? Я посоветую владеть английским, вот, подтягивать свой язык и пробовать подаваться в агентства, которые есть в ваших городах. Вот, а это какие-то специальные агентства? Ну, да, это специальные агентства, которые занимаются трудоустройством на подобные круизные лайнеры. Вот, просто подавать свои CV, вот, главное пробовать. Вот, а там то уже, есть, да. То есть не то, что это веб-сайт самой круизной компании? Нет, обычно это мы устраиваемся через агентство, которое занимается как посредник. Ну, в Кишиневе какое агентство? В Кишиневе агентство называется Воланс. Вот рекламу сделали заодно. Все, значит, агентство Воланс пусть гордится. Да, да. Сегодня третий день, когда мы должны быть, ну, просьба такая к пассажирам одеваться формально. Вот, и это самое время, когда вот делают фотографии. На продолжительных круизах три таких дня формальной одежды. Вот вы видите, друзья, красивую девушку снимают, фотографируют, в смысле. А тут вот, пожалуйста, не надо даже выходить на берег. Вот так мы заканчиваем, можно сказать, предпоследний день на судне, а последний у нас впереди будем складываться. Вот наша почта. Да, давай покажем. У нас почтовый вот, ящик. Вот наша дверь, это такой как бы почтовый ящик, да. И тут что-то нам каждый день кладут. Программку на следующий день кладут и всякую рекламу кладут.